Почта России выпустит новогодние открытки по эскизам детских рисунков. Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут школьники от 7 до 17 лет. Всероссийский конкурс «Нарисуй елку Победы» проводит Музей Победы и Почта России. Ребятам предлагают пофантазировать на тему новогоднего праздника Победного 1945 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. Работы принимаются до 10 ноября.